И всем привет. Я член Дмитрий. Всем привет, с вами Стрижа. И сейчас мы записываем Wolf Online. Из Wolf Online, да. Так, что будем делать? Игра настолько изменилась. Господи Иисусе. Столько наркоманов появилось, столько дебилов появилось. Господи Иисусе, что? Вот скажите мне, что мне снимать? Толком нечего. Ничего, Майнкрафт. Запишу после этого видео. Скучно. Пошли посмотрим, что в снегах у нас творится. И посмотрим, что у нас такое. Не буду я что снимать, хочу посмотреть, какие они будут. Не буду говорить, что я им снимаю. Просто не хочу, вот чтобы у них интрига была. Вот пипец будет, когда они сегодня видны. Дун-дун-дун-дун-дун. Очень интересно. Скучно. И да, ребят. Да, что вам бы сказать такого? У нас скоро на канале юбилей. Моему каналу исполнится год. Я сделала такое охренительное видео, что вы... у вас, короче, все полетит, башка взорвется. И все. Башка взорвется, и все. И мой канал был создан 2014 года. Да, вроде бы. 8 июня. Это уже скоро. Ага, очень скоро. Очень-преочень скоро. Так что ждите юбилейный ролик. Моему каналу уже годик. Аз-за-за. Скучно. Пошли на драго. Точнее, на красный макасин. Пошли посмотрим, как он там лагает. Пошел, нет. Скучно. Ясно, он отошел. Ах ты, зараза. Ясно, он отошел, и все нормально. Ну, зараза, как скучно. Смотри. И, кстати, вот мой прока. Хотите себе такую проку, заходите в магазин, вот так вот. И купите себе огненные лапки и качайте за 1000. И хонор вам вообще не нужен нихера. Ну я вот так вот покажу еще немного. А так, все шикарно. Заходите, покупайте самые дешевые, находите хака, убивайте, получайте кучу поинтов, а потом качайте до 1000. И бегайте вот так. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. И мочите всех. Ну, кроме хаков. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Скучно. Пошли к дикому стражу. Посмотрим, что там. Ребят, прощай. Так, это спасибо убьет. А то убьет потом это хак. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Господи. Какой же пипец. Господи, какой же пипец. Он до сих пор такой же глупый. Рада. До сих пор такой же глупый и влагающий. Вот сараса. Уже 3 года прошло, а он нифига не изменился. Эй, да, кстати. Я уже 3 года играю в эту игру. Кажется, не делать. Потом я, может быть, напишу историю. Что, как со мной было все эти 3 года. Печально, конечно, история. Ну, об этом потом. Так, вот знаете, вот те, кто вот любит играть в офлайн и очень любит играть в футбол. Я вам дам лайфхак. Вот отпинайте его на большой скорости за барьер. А потом с друзьями пинайте его во все стороны. Будете типа в футбол играть. Мы с друзьями играли давно уже. Было давно довольно весело. Так, что ж нам делать? Что ж нам делать? Да, вот вам еще один лайфхак. Сейчас надо забраться, то не будем. Дин-дин-дин-дин-дин-дин, зараза нормально. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Опа. А теперь пошли покажу, как быстро попасть за барел
без лестницы. Как это говорит мне некоторые игроки. Так, вот залезаем, вот сюда. Еще есть, кстати, такая маленькая возможность, что вы когда забираться будете, вы будете летать. Так, и пошли, пошли, пошли. И вот мы зарем. И, короче, кое-каким способом я вам потом расскажу. Заталкиваю стража и играйте в футбол. Очень весело, очень весело. И можете тут типа гоночную трассу устроить. Пока убивают босса, и вы получите свои 10 тысяч пунктов. Кушаем. Пошли на поле. Так. Что бы вам еще больше? И, кстати, поздравляю всем с лета. Потому что мы наконец-то вот дождались. Наконец-то мы свалили из школы. Наконец-то. Ну, большая часть моих подписчиков. Так, это просто офигительно, ребят. Я по школе скучать не буду. Потому что со следующего года я буду учиться по субботам. Какой же... Сразу. Не хочу, чтобы следующий год настал. Хочу, чтобы дальше было лето. А мне кто-то опять написал в экран. Ну ладно, проехали. Скучно, давайте всех убивать подряд. Умри. Чтоб вы все умерли, чертовы мобы, надоели. Кстати, хочу сказать, тут есть такой баг, что все животные на вот этой карте, все мобы, все, даже боссы, становятся бессмертными. Это очень редко случается. Очень редко. Вот сколько я играю, это произошло всего лишь 2 раза. Да, это жесть, знаю. И это просто пипец и просто жесть. Ну, вот, как вам сказать, если вам нанесут урон, вы уже не сможете его восстановить. Он, конечно, восстанавливается очень долго, ваш персонаж. Потихоньку, но восстанавливается. Но это очень долго. Кажется, лучше поесть. А когда пить наши мобы бессмертны, мы ни хрена этого сделать не можем. Это просто пипец. Просто пипец. Ненавижу этот маг. Но есть и, как бы сказать, баг наоборот. Это. Есть такие сервера, очень редко попадаются, сейчас я их никогда уже не вижу. Есть такие сервера, где... Все, вот так вот лежит перед вами труп. И вы его, короче, будете жрать бессмертно, сколько захотите. Эх, да, скучно. И да, кстати. Мои дорогие подписчики. Кто из моих старей? Ну или просто, кто мой подписчик? Приходите офлайн. Сегодня в пустыню по московскому времени в 20:00 у нас будет типа вечеринка. Вот именно типа вечеринка. Мы будем тут тучить, наркоманить, есть мумов, сражаться, дебильничать. Короче, пипец просто. Короче, будем наркоманить и сходить с ума. По-французски, по-итальянски, короче, по всему. И будем мы тут беситься, орать и все остальное. Так что приходите. На этом у меня все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайсики. Лайсики, что... Ах ты, зараза, ты мне привет не испорти. Я тебя убью. Убью. Зараза, иди сюда. Где это? Меня держи. Иди сюда. Зараза, хотел мне привет испортить. Зараза. Короче, приходите сюда. Ставьте. Короче, на этом у меня все. Ставьте лайсики. Подписывайтесь. И, короче, пока не приходите на вечеринку. И будет все шикарно. Всем пока, всем удачи, до свидания.